Всем салют, дорогие друзья! Вы на канале Мега Всековщина. Сегодня будет обзор модели мотоцикла от фирмы Бурага. Масштаб 1 к 18. Серия Race. Red Bull KTM Factory Racing. И у нас будет KTM 450 SX F Factory Edition 2018 года. Этот у нас КТМчик поставляется в стандартном бураговском пузыре, ну, с довольно-таки необычным оформлением. Ну, это, как видим, спонсорский мотоцикл Red Bull. У нас данную модель спонсирует. Так, куда я нож? Так получилось, что КТМов практически не было продажи, а тут как-то от разных производителей появилось очень-очень даже много. Так, стандартная бураговская таблеточка. У нас есть такая подставочка, даже присутствует в данном случае. И есть такие мотоциклы, но они подставки уже прикручены, честно говоря. Вот, а здесь у нас такая тумба из пластика. Интересно. Так. KTM 450 SX SXF Factory Edition 2018 года. Спонсорский мотоцикл от Red Bull, от фирмы Бурага. Видим классный классический красач по функционалу. По крышечке резиновые, с огромным таким внедорожным протектором. Заднее колесо амортизировано. Подставочка отсутствует, подножка, я имею в виду, потому что у нас здесь в качестве него такая вот тумба, на которой он стоит. Так, ну погнали. Мотоцикл спонсорский, поэтому Red Bull у нас здесь очень много рекламы. Всевозможные номера присутствуют, реклама. Все читается, как видите, декальки прям все четкие, яркие. Крыло, ладно, сейчас поближе покажу. Вот, детализация колеса, честно говоря, как-то грубовато сделано, на мой взгляд. Да, здесь классические, никаких спортивных дисков здесь нет, классическая спецовка, но как-то крупновато, грубовато сделано. Что спереди, что сзади. Вот, отдельный элемент, опять же, под металл выделены. С этой стороны у нас выхлоп. Он один у нас здесь выведен. Движок. Все читается, все отлично. Но, опять же, не хватает как-то детализации. На мой взгляд. Лично, на мой взгляд. Как-то все довольно-таки упрощенненько сделано. Хотя, за яркими декалями наклеек здесь особо-то, в принципе, на все это внимание не обращаешь. Ярко, спортивно, классно. Так, по передней части у нас здесь просто чисто рекламное крыло полностью. Red Bull. Номерок присутствует. Все у нас здесь есть, фара здесь есть. Но это опять же кроссовый спортивный мотоцикл для гонок. Здесь вообще практически ничего нет. Фары здесь нафиг не нужны. Ни поворотники, ни фары. Ни другая мишура, скажем так. Кстати, что странно, нет защиты для рук. Этих защитных. Хотя, по идее, тут они должны быть. Вот. Ну, неплохо сделана первая передняя часть. Так, вторая сторона. Ну, здесь все, в принципе, аналогично. У нас здесь только вывод на цепь идет. Черные, это что у нас такие? Тормозные диски так сделаны. Здесь черный. Сама цепь у нас оранжевым зафигачена. Ну, неплохо, в принципе. Для такого мотоцикла. Ну, смотрится довольно-таки интересно, опять же. По сравнению с обычными кроссовками, которые, скажем так, рекламой не облеплены, этот смотрится гораздо интереснее, что ли. Ну, ярче, необычней. Ну, по задней части тут вообще все отсутствует, кроме огромного зубчатого протектора внедорожного и выхлопа. Больше здесь нифига ничего нет, никаких ни габаритов, ни фонарей.
спартанский минимализм. И заднее крыло, опять же, у нас здесь куча всевозможной рекламы. Классическая скамеечка у нас здесь стоит из матового такого шершавого пластика. Крышка бака. Да и все. Ничего вы здесь больше не увидите. Ни приборок, ничего. Вообще чистый суперспорт, чистой воды. Так, а вот как он должен стоять на этой подставочке, очень интересно. Ага. Ну, в принципе, его как ни подставь, ну, в принципе, стоит на ней без проблем. Ну да, довольно-таки интересно. Интересный Red Bull-овский мотоцикл, спонсорский. Такое двоякое у меня ощущение от данной модели. Да, выглядит ярко, классно, довольно-таки необычно. Но сама модель по детализации, скажем так, немножко упрощенная. Хотя, опять же, кому как, кому что нравится. Такой вот получился обзорчик на данный КТМ. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. Адекватная критика всегда от вас приветствуется. До скорых встреч. Увидимся на канале.